сказки. Честно, нет. Как-то уже, может, в детстве где-то в прошлом осталось. Как бы больше верю, ну, в реальные вещи. Нет, не верю. Сказки – это глупость. Некоторые, правда, посчитали, что это мудрость. Но все, кто живут по сказкам, все идиоты. Если мне покажете хоть одного счастливого, кто на сказке был, ну, из-за сказок, то я вам поверю. Но я не видел ни одного. Сейчас нет уже. Раньше верил. Сказки? Нет, я не верю в них. Но со мной истории никакие не приключалось, то, что там прям мне везло, или так как сказки. Так что я в них не очень верю. Сказки? Нет, не верю. Это уже было, наверное, в детстве, но все равно вся сказка, наверное, всю сказку мы делаем сами, мне так кажется. Не верю, потому что без них в жизни, в принципе, никак. Надо верить в сказки, верить в чудеса, потому что они помогают по жизни. Ну, когда-то верила. Сейчас я по жизни реалист. Сказки, да. Они мне нравятся тоже. Одна из моих любимых – это «Звездная пыль». Мне нравится, он очень атмосферный и по-настоящему добрый фильм, несмотря на все сложности, которые там преодолевает герой.